Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные каникулы! Всем огромный приветик, ребятки, я с вами по-прежнему Верфони Бобби, добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Всем обебрус, ребята! Дорожаки! Ну что ж, друзья, сегодня мы поиграем в режим под названием 99% не пройдут. 99% людей, друзья, упадут и не смогут пройти этот увлекательный уровень. На самом деле, мы когда зашли с пацанами, мы все поняли. Это у нас испытание из игры в кальмара «Стеклянный мост». Сегодня нам предстоит с пацанами угадывать правильный путь и проходить сложный стеклянный мост смерти. Так что, ребят, смело ставьте лайкосики, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, ведь у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Спасибо, на нас с пацанчиками будет безумно-безумно приятно. Ну что, парни, как вы думаете, мы сможем пройти все это дело? Или мы те 99% людей, которые не смогут все это дело преодолеть и пройти? Нет, мужики, мы как раз 1%, мы пройдем обязательно! Ну все, друзья, у нас там супер джекпот, и, парни, я предлагаю идти. Бобян! Бобян на первый умер! Так, а как здесь прыгать, блин? Страшно. Да, спасибо, парни. Спасибо. Короче, друзья, продвигаемся все дальше, дальше и дальше. Тут, парни, на самом деле, изи пока что, потому что много людей бежит. Надо запомнить. Блин, ну я прыгал, друзья, правильно, но почему-то у меня не получилось, блин. Я не знаю почему. Я, наверное, упал между плитами. Так, парни, слышите, а давайте вместе прыгать. Ну, давайте. Вот, мы с Бобяком. Давай, Бобяк, здесь сюда. Сейчас ждем Андрюху. Андрюха, блин, давай не отставай, мы с Бобяном уже уходим. Нифига себе, вы там это убежали, парни. Знаете, парни, что самое прикольное? Здесь у нас есть вторые попытки, то есть мы как бы можем еще жить. А на самом деле, если бы мы вот в реальности прыгали, мы бы с вами уже больше не прыгали. Ну да. Так, я все забываю, друзья. Там, видите, еще сверху шкала, там у нас какой-то пацанчик прям капец как оторвался ото всех. Вообще круто. Гонщик нелегальный. Ага. Гонщик нелегальный. Так, ладно, здесь вот сюда, Бобян, здесь налево. Так, теперь к тебе. Здесь сюда, Бобян. Давай, давай, прыгаем, короче, ребят. Смотрите, мы прям жестко уже вперед выдвигаемся. Капец, посмотрите, ребят, моя аватарка, она уже там впереди. Вау! Мужики, блин, неужели? Нифига ты, блин, пошел. Нифига, парень, я очень далеко. Я капец, я просто смотрю, как прыгают ребята. Ага. Блин! Здесь сюда надо. Серьезно! Я упал, я разбился, я так был далеко, друзья. Да ну нафиг! И знаете, неплохо. Тут вроде бы можно и запоминать все это дело, друзья, но оно нифига не запоминается, блин. Нет, слишком сложно запоминать. Да, очень, потому что мост огромный, там вон деньги, надо дойти до конца и заработать деньги, бабки. Деньги. Деньги, бабки, деньги. Бабки. Так, я парни, люблю деньги. Вы где? Во, мы с Андрюхой теперь, Бобян, мы теперь налево. С Андроидом. Так, давай, здесь, наверное, парни, прямо. Я жду. А ты дальше, Бобис, все прошел? Да не, я там же где-то упал стою. А, в натуре? Ну все, жди нас, Бобян, жди нас, мы перейдем. Так, как смотрите, друзья. Спеши, Димон, мало ли что. Вот не спешу, ага. Не спешу. Налево, пока что все нормально, ребят, право. Здесь уже народу, капец, лево. Ребят. Но за наши право. Старания, лайкусик, Бора, лево. Беда. Бора! Бора! Беда! Вот беда, беда, работаем, мужики, мы сейчас это выиграем. Сколько там джекпот? Парни, вы что так торопитесь, блин? Я сейчас отстану от бежим, вас. Бежим, бежим, бежим. О-о-о, капец. Спидран по игре кальмара, капец, мы сейчас пройдем. Я прям за девчонкой бегу, парни. Смотрите, как мы, ребят, уже далеко. Нет! Бобян упал! Серьезно? Я впереди с девчонкой, капец, девчонка там ведет всю команду. Вперед, Андрюха, парни. Жди меня, я приду, мы все здесь, смотрите. А девчонка, так, девчонка одна, капец, самая смелая. Героиня. Дэйм. Ребята, девчонка упала. Так, ладно, прыгаем сюда. Офигеть, ребят, это лайк, ребята, это лайкусик. Но кто будет прыгать? Все боятся, друзья. Психологическая атака, все боятся. Бобян, давай к нам, мы тут все уже стоим, блин. Ну что, кто самый смелый, друзья, будет? Кто прыгнет вперед? Один не выдержал. По кайфу один не выдержал. Я боюсь дальше идти, мужики. Вон, ребят, там джекпот все увеличивается и увеличивается. Все больше денег нам дадут. Давай, давай, давай. Мы пошли, это, больше половины пути, мужики, жесть. Капец, мы крутые, друзья. Блин, ну это реально лайкусик за наши старания. Мы должны преодолеть, блин, этот мост смерти. Как я понимаю, всегда разные потом бывают. Опа, опа, хорош. Нифига вы ушли. Опа, хорош. Хорош, давай, красава! Пацаненок моет! Так, он живет еще! Нифига себе! Он еще живет дальше!
Он так не ошибается, у него ноль ошибок, капец. Он вообще не ошибается, он супер круто, он ошибся! Ошибся! А ты видел, за ним кто-то прыгнул, Андрюха, сразу! Там девчонка упала вниз, капец! Слушайте, друзья, а ведь это реально, блин, 99% не пройдут и упадут. А знаете, что самое смешное? Что? Когда всей толпой стоите на одном квадратике и не знаете, куда идти, первый чувак идет, то он падает, и все в другую квадратик идет. Ну да, 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 все будут сразу в другую прыгают. И все стоят, не знают, кто будет первый идти. Ага, Бабяна, ты с нами уже в квадратике? Нет. Догоняй нас, давай, тут капец у нас хардкорно, все стоят, но я, Андрюха, боюсь, блин, первый прыгать, блин. Смотри, Димон, мне кажется, что если все попрыгают под разочку, то мы можем дойти до конца так. Ну все, так и будем, Андрюха, стоять и ждать, пусть все прыгают, блин. Мы вообще, ребят, пока что впереди. Реально, 99% людей упадут. О, там кто-то байтит, кто-то пытает. Опа! Нормально! Хорош. Нормально! Хорошо, ребят, мы все ближе к финишу. Нервы шалят. Нервы сдают, психологическая атака. Тут уже игра на психику идет. Да, джекпот, джекпот! За бабками, друзья, браво, за деньгами, блин, всем мчаться. Блин, мужики, у меня так ножки трясутся. Да, у нас тоже, Бабян, мы тут все стоим, как бы не провалились. Смотри, смотри, Димон, там догоняют ребята. Ну ничего, они по спине пускай будут, пусть прыгают, блин, я боюсь сейчас упасть. Капец, ребят, вот у меня моська здорово, это, веселая, здорово, Андрюха, блин. Здорово, ребятишки. Здорово, здорово, шо? Вы вон в толпе стоите, да? Опа, опа, опа. А я вон сзади вас стою. Нормально, Бабян, у вас тоже. Слышь, у Бабяна... Андрюха пожертвовал собой! Жесть, парни, я думал, что я угадаю, я не угадал! Андрюха не угадал, а Бабян, друзья, у них там тоже тусовка организовалась, да, Бабян? Да-да-да, тут так чисто, окей, let's go! В самом начале все прыгают, никто не боится, а чем дальше, потом сбиваются ребят в кучки, уже в кучках стоят, уже особо никто не хочет первый прыгать, все боятся, блин! Ну точно! Я рискнул, парни, Андрюха рискнул, но нас разблокировали следующее дальше! Кайф! Бабян там тоже упал. Мужики. Я пока еще живу, парни. Это вообще хардкорище лютое. 99% не смогут пройти, друзья. Но мы-то с вами сможем, ребят. Мы самые крутые. Ну, нас осталось тут, Андрюх, на платформе, блин, не так много. О, вы дошли до нас? А там подкрепление пришло. Нифига себе, там какие-то прям крутые прыгают уже. Ничего да, себе! Да, там над крутые вообще прыгают, блин. Офигеть, так тут такое подкрепление уже! Так, парни, я самый первый, пока бегу, блин! Хорош, хорош! Ой, как мало, друзья, осталось до финиша, и как страшно, вы представляете, это просто... Страх присутствует. Мужики, у нас здесь такая команда собралась, целая толпа, тут ребят, смотрите, как мы далеко. Собираются. Офигеть, парни, вы видите, насколько мы далеко от вас там стоим? Да, видим, видим. Жесткач, давайте тоже там не отставайте, я тут в компании, мне страшно, парни, я хочу быть с вами, блин. Ну что, кто будет прыгать? Кто самый смелый? Ребята, прыгай! Давай, не бойся, прыгайте! Сейчас я напишу, прыгайте! Прыгайте, прыгай, прыгай вниз, не бойся! Он здорово. Прыгайте! Догнал, догнал, тут киберспортсмен! Ну что, они прыгают? Парни, давайте вы там уже тоже, может, это подсуетитесь. Страшно, блин, страшно. Тут главное запоминать, кто куда прыгает. Ага, да, у нас тут вообще борьба идет не за жизнь, а насмерть. Я им тут пишу, прыгайте, смелее. Ага. О, разблокировали. Они так тебя и послушали. Да-да-да, вон кто-то разблокировал следующий мы проход. Мы вас сейчас догоним. Ну нормально, будет битва, жесткая. Битва, удары безумия. Блин, ну я боюсь, ребят, я бы, конечно, и прыгнул, может быть, первый, но а если я упаду, я потом обратно, блин, фиг дойду до сюда, там вон уже бежит Андрюха, вижу! Шеф! Вот он, Андрюха, там у вас вот пацан она, вообще вот не ошибается, блин! Во-во, да он сейчас запомнил, мне кажется! Может, он и дальше пойдет? Ну-ка! О, ой, он ошибся! Ошибки, ошибки! Андрюха, здорово, брат! Салам алейкум, братишка, что вы здесь? Чё, пойдем дальше, братишка? Я вроде раз прыгнул направо там. А, ну прыгни налево сейчас. Давай. Не надо! Опа! Андрюха, хорош! Постоять все смотрят на героя. А Андрюха, красава, угадал! Ну тут уже все, тут уже не угадаешь лево или право, Андрюха, блин. Тут уже смертельно опасная игра. Тут уже, да, смотри, друзья. Смотри, так это осталось там пару шагов до джекпота. Ну да, не так много, друзья, до джекпота осталось, но а я не знаю. А если посерединке по розовой не, этой штуке? Там упадешь, там упадешь. Опа, девчонка! Девчонка разблокировала. Я, кстати, хотел направо прыгнуть, хорошо не прыгал. Представляешь, вдруг я бы прыгнул. Натуре, и все. Так, ну что, у нас тут лево или право? Куда, друзья? Там право, куда? Право. Пишите, ребят, в комментариях, как вы думаете, следующая ступенька, блин, будет слева или справа? А, помогайте под низом нам можно посмотреть, вот как они проходят ее. Как под низом? А там бак есть. Не, я вот пробую. Нету бака, не, ты чё обманываешь? Тут этот бак не работает, блин, обычно в стенку упирается, друзья, если она плотная, но здесь не работает этот бак, тут как-то по-другому сделано. Ну что, никого смелых нет среди нас?
I can't risk it, sorry. Ага, Бабян, попробуй ты, блин, до нас добеги и прыгай первый. Да нет, мужики, падлу. Смотрите, там деньги, ребята, там приз, там целый ящик с сокровищами, блин. Так смотри, тут реально человек хватает, чтобы дойти до конца, жесть. Ну, если только каждый будет смело прыгать, а не стоять. Ха-ха, чё, прыгаем, вперед. Ну, давайте, ну кто, самые смелые? Так, мы вас сейчас скоро догоним. Смотри, там уже команда, Андрюха, блин! Что такое? Почему меня не везет? Ой-ой-ой, Андрюшка пожертвовал собой, но мы дальше, Андрюха, разблокируем входы, блин, и выходы, нормально. Там уже, ребят, смотрите, нас догоняют какие-то чуваки. Да-да-да, мы бежим. Это уже Бабяна компания, друзья, гоп-компания Бобиса подошла сюда, я первый. Тамалику! Да, здорово! Пополнение, друзья, пополнение в семью, Бабян, здорово! Здорово! Офигеть, реально, 99% людей упадут вниз. Я 99% людей. Но Андрюха бесстрашный, друзья. Андрюха реально хэштег. Андрюха бесстрашный. Андрюха мужик, блин, тащит вообще. Прыгает, не боится, блин. Вот бы я еще угадывал. Это точно. Ну шо, кто? Кому храбрости хватит прыгнуть? На левую и на правую? Блин, мне не хватает, Бобян, тоже храбрости. Someone jump. Он говорит, быстрее прыгайте. Someone, да. Саму алейкум, блин. Так на левую и направо? Куда, блин? Я направо прыгнул. А что ты врешь, блин, я вижу. Бобян врундель, блин. Натуре. О, кто-то просто упал, блин. Лучше бы она прыгнула вперед или назад. Там еще кто-то падает. Мне страшно. Ошибка. Это тут была вперед, ошибка. Наверное. Тут просто вперед. Так, а здесь, Бабян, думаешь, просто вперед, налево и направо? Да. Блин, так страшно, друзья, давайте так страшно. Давайте прыгнуть, я 50 рублей дам. Не, Бобис, я лучше заберу джекпот, 1800 кредитов долларов, вон. Натуре. Так, она вон прыгает. О, они капец. Андрюха уже догоняет, блин, опять, друзья. О, направо. Так, сюда. Я говорил. Хорошо. Здесь, наверное, прямо. Там компания с Андрюхой уже прибежала. Мужчина идет. Неужели, парни, мы все вместе? Смотрите, тут осталось всего лишь 6 прыжков. Ага, капец, ребят, страшно. Если кто-то из нас джекпот заберет, быстрее! Мы поделим его. Быстрее, тут лево. Все, мужики, стоим. Прямо! Прошли! Я упал на последний. Андрюха на последний упал. Я на мужика побежал, один раз угадал, другой раз упал. Кто забрал все бабки? Джекпот, ну мы все разделили. Мы заработали деньги, друзья, еще нам дали это. Я могу надеть скин. О, как? Парни, теперь я охранник из игры в кальмара. Ну, я тоже хочу. Нифига себе, друзья, вот это жестко. Куда-то зашли, блин. Вот это был сундук. Что, дальше погнали? Там что-то есть, выйти, войти куда-то. Погнали. А куда мы входим? Где вы? Ого! Я где-то стою, блин. Мы с Бабяном куда-то зашли, да, Бобис? Тут да. Это, тут, наверное, эти, нет, зрители сидят. Нет, это, по-моему, этого главного чувака из сериала, где он сидел на диване, наблюдал за всеми игрой. Нифига себе, реально, тут подсобка, тут какие-то еще архивы. Куда мы попали, Бобис? Нифига пойдем себе. Наверх. Там просто идем, нифига, блин, не видно. Андрюха, ну я видел, как ты падал на последний, брат. Капец, вообще... там какой-то хитрец прыгнул налево сразу и забрал куш. Да, не, куш дали всем, кто дошел. Ну это хорошо. Офигеть, блин. Тут смотри, какая-то комнатка еще, Бабян. Ой, я получил сейчас... 200 кредитов, кстати, сундука. Дверь заперта, какие-то кредиты еще, да, получил? А где сундук-то нашел еще? Ну вот, на главном, где прыгать надо. А, ну я тоже получил эти кредиты. Капец, ребят, вот это прикол. Мы прошли. Так все, мы в начало вернулись, Бобин? Да. Нифига себе. Ну что, погнали спидранчиком. Давай. Пошел спидран, друзья. Чем больше людей умирает, наверное, тем больше этого, блин, куш, как я понимаю. Натуре, похоже на то, реально. Скорее всего, я умер, парни, я откинулся. А вы где, мужики? Давайте встретимся. Давайте. Во, Бобис, погнали прыгать. Давайте давай, все сначала, погнали. Налево, Андрюх, направо, ты с нами? Давайте. Ты охранник, налево, что ли? Да, я охранник, я охранником стал. Спидран. Все, ребят, спидраним, короче, уже не боимся, уже прошли. Мы уже входим в 1% людей, прошедших эту игру, прошедших этот стеклянный мод смерти. Это реально круто. Ну мы прям малорики, мужики. Вообще, блин, Андрюшке чуть-чуть не хватило, блин. Не повезло, не фартануло. А, не повезло, не фартануло. Он, Андрюха, угадывает вообще, представляете? Вообще, погнали. Так, девчуля. Так, здесь куда? Налево, направо? Там а уже я не помню. А вот здесь я тоже. О, сюда. А вы думаете, здесь не меняется, блин, как-то? Мне кажется, нет. Блин, и неужели все время одно и то же?
Мне кажется, через некоторое время меняется, может, каждый день. А, ну может, да, как-то меняется. Потому что, блин, так-то выучить вообще, по идее, можно. Ну да. Выучи. Так, буду сидеть учить. Смотрите, сколько мы уже пробежали. Опа. Офигеть, ребят, тут народу. Чисто спидран наш остановился, да, уже? Да все, стоим, ждем, кто там герой. Ну, кто самый смелый? Девчуля. Девчонка, молодец. Кто-то, блин, на соседнюю просто решил прыгнуть потом. О, сюда, парни, здесь сюда. Так, я вот, смотрите, ребят, я прям круг. Я прям этот, охранник, блин. Так, все, налево. Так, нормально, опа, здесь работаем. Парни, прямо, здесь прямо, я вам отвечаю, прыгаем. Я говорю, а я так уже обманул, знаю. Да? Нет, я уже знаю, блин, тут направо отвечаю. О, видите, парни, я, блин, все знаю, тут прямо отвечаю, блин. Ну давай. Ну шо, кто прыгнет? Ток. Я боюсь, блин, ребят, я боюсь прыгать. Ну шо, кто посмелее? О, я скинул прямо. Я не буду прыгать. Нормально, здесь налево, мужики, блин. Ну давай, проверим. Здесь налево. О, Андрюх, я скинул прямо. Хорошо. Андрюха бесстрашный, вот тут налево. Налево. Так, сюда, капец, бабян, что мы еще раз пройдем, что ли? А получается так. Офигеть, погнали, ребят. Второе прохождение, блин, нифига себе, должны пройти. Тут налево, по-моему. Думаешь? Нет. Да. Вот здесь, наверное, налево, бабян. Думаешь? Ну да. Мне кажется, здесь, да. Пойди проверь. Ну, я же говорил, блин, тут направо, тут прямо, вот тут налево. Во! Я же говорю, бабян, мы все с тобой уже выучили, Бобби. Да, здесь направо. Да, здесь вообще-то прямо, бабян. Ну, налево. Не, здесь налево, Бобис, я тебе отвечаю. Здесь посередине. Каких посередине, блин? Капец, у нас уже компания, друзья, гоп. Но за эту игрушку реально лайкусик. Короче, прыгаем, я же говорю прямо. Ну так, да. А вот здесь направо. Да, 100%. Ну, и кто будет прыгать? Что, прыгаем направо? Слева магазинчик смешно называется, мага. 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 А что в магазинчике можно купить? Скины, друзья, можно купить за кредиты. О, я крутанул, парни. Нифига, сейчас посмотрим, что мне выпадет. Мне выпал гести-бот какой-то, я какая-то девчонка-бот. Ага, представляете, блин? О, я читера увидел. Да? В натуре? Да. Ого, вон, натуре, но читера блин. Это не круто, блин. А может у него какая-то фича есть? Так. Там летела девчонка, да? Я какой-то парни скин взял, знаете что? Я какой-то робот-девчонка стал. А, девчонка. Капец, ребят, я теперь не охранник, мне выпал скин какого-то робота-девчонки. Короче, за эти кредиты, что мы, парни, выигрываем, мы можем крутить эти... Ну, кейсы! Я кручу еще! Хоть бы рарка какая-то выпала, а ребята! Я тоже хочу круто на звука! А не, плеер 111, я стал 111 плеером! А мне бизнесмен выпал! В натуре? Да! Бабян, ты что, крутой? А где, ну-ка, а как его одеть? Ого! Нифига себе, я реально, ребят, персонаж из сериала, блин, а из фильма! А как бизнесмена одеть? А вот там еще такой, смотрите! Я еще кручу! Я клоун! Хорош, Бабян, ты клоун! О! Мне почти выпал, блин, этот, рарка. Офигеть. Я, парни, это, я буду, наверное, медведем. Я медведь, смотри, вот. Мишка, я белый Мишка. Подожди, я тебя не вижу, стой. Да вот, белый. Ладно, ну что, погнали, блин, сюда. Чё боитесь, сюда. Парни, я первый прыгаю, я все прохожу. Мальчик хороший. Нифига себе, я крутой, блин. Думаешь? Да. Ну прыгай, бабян, пофиг. Да не, я боюсь. Боишься? Накануне 1400 кредитов. Да ладно, пофиг, гоу прыгать. А там сзади никто не бежит, кстати. Да, все что-то боятся. Опа, прямо! Еще прямо! Будет смешно, если вы сейчас все упадете. Еще прямо! Налево! Еще прямо! Направо! Давай, бабян, пройдем! Давайте, мужики! Еще сюда! Налево! Бабян, хорош! Рискнул! Наверное, сюда! Опа, правильно, слышь, правильно? Бабян. Да, правильно, неплохо. Я прыгнул четко, слышь, по кайфу. Ну, а здесь направо. А здесь направо? Нет, здесь прямо, бабян. Так, хорошо, слушайте, продвигаемся. Здесь, наверное, направо. Да, я угадал дальше, слышите? Молодец. Андрюха, я вообще тут угадываю. Здесь, наверное, налево. Я умер. Все, парни, я упал. Можно возродиться, но я не буду. Ну что ж, ребят, наверное, на такой забавной ноте наш сегодняшний ролик заканчивается. Мы надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Ссылочки на канал и поиск ищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем спасибо, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Да, чуваки.